Если вы близнецы или знаете кого-то из них, внимательно слушайте то, что я сейчас скажу. Люди, рожденные под знаком близнецов, это воплощение энергии и перемен. Они не могут стоять на месте, всегда ищут новые впечатления, идеи и возможности. Близнецы – настоящие мастера общения, они легко находят общий язык с самыми разными людьми, и в этом их сила. За легкостью и веселостью близнецов скрывается удивительная многогранность. Они умеют подстраиваться под любую ситуацию и адаптироваться к новым условиям. Их ум всегда в движении, они любят учиться, делиться информацией и вдохновлять других на новые свершения. Близнецы всегда готовы к изменениям и не боятся рисковать ради своей мечты. Эти люди обладают уникальной способностью видеть мир с разных точек зрения. Они не привязаны к каким-то определенным правилам и всегда открыты для новых идей и взглядов. Близнецы ценят свободу как свою, так и чужую, и не терпят ограничений, будь то в мыслях, отношениях или действиях. Но не стоит ошибаться и думать, что близнецы поверхностны. Под их легкой внешностью скрывается глубокий аналитический ум, и когда нужно, они могут быть очень серьезными и ответственными. Их внутренняя сила в том, что они не боятся перемен и всегда находят выход даже из самых сложных ситуаций. Если в вашей жизни есть близнецы, цените их умение дарить радость и вдохновение. Поделитесь этим видео со всеми близнецами, которых вы знаете, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где вас ждут бесплатный анализ по дате рождения, ежедневные расклады Таро, бесплатные ритуалы и общие прогнозы.